Привет всем любителям ужасов! Предлагаю прослушать обзор к американскому фильму «Оно 2». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Столь долгожданный фильм «Оно 2» совсем скоро будет показан на больших экранах. И все поклонники этой устрашающей истории уже затаили дыхание в предвкушении. Чего же ждать от продолжения фильма «Оно» 2017 года? Вернутся ли на экран дети? И кто сыграет их взрослыми? Когда выйдет фильм «Оно 2»? Фильм «Оно 2» выйдет уже этой осенью. Мировая премьера назначена на 6 сентября 2019 года. Сценарий был написан в январе 2018 года, после чего начался съемочный процесс. Весь фильм был снят в канадском городе Порт-Хоуп, как и предыдущая часть. В фильме «Оно» была рассказана история нескольких школьников, объединившихся в клуб неудачников. Когда в маленьком городке Дерри начали пропадать дети, а взрослые ничего не могли с этим поделать, эти ребята решились провести собственное смелое расследование и выяснить, что происходит. Так они, терзаясь своими кошмарами, выяснили, что в канализации проживает дьявольский клоун Пеннивайз, жестокий детоубийца, питающийся чужим ужасом. Дети бесстрашно вступили с ним в схватку и сумели одержать победу. Вот только надолго ли? Говорят, что оно появляется каждые 27 лет. В основу сюжета легла одноименная книга Стивена Кинга. Первая часть имела ошеломительный успех, поэтому сиквел даже не стоял под вопросом, и о его производстве заявили сразу же после премьеры первого фильма. Также сразу было сказано, что продолжение будет строиться на второй половине книги первоисточника, где дети уже повзрослели. Известно, что фильм покажет, как сложились судьбы главных героев первой части, кем они стали в своей взрослой жизни. Также зрители могут смело надеяться на флешбеки с участием Пеннивайза. Создатели пообещали раскрыть его происхождение и показать, как он пришел к устрашающему образу танцующего клоуна. Повзрослевшая Беверли Маш возвращается в Дерри, где 20 лет назад она вместе со своими друзьями сумела одолеть маньяка Пеннивайза. В приступе ностальгии женщина стучится в двери своего собственного дома и знакомится с его новой обитательницей, очаровательной старушкой. Она охотно впускает гостью, ставит чай и достает печенье. Сначала Беверли думает, что этой старушке просто одиноко, но затем замечает странности внутри дома, в частности, жуткие фотографии на стене. Когда хозяйка понимает, что гостья раскусила ее сущность, она неожиданно нападает на Беверли. Выбравшись из дома, она связывается с участниками клуба неудачников и говорит о том, что оно вернулось и жаждет мести. Совсем скоро им придется вступить с ним в новую схватку. Смогут ли они выстоять на этот раз? Фильм обещает быть очень зрелищным, поэтому однозначно стоит отправиться на премьеру в кино. Режиссер Андреас Мускетти, к облегчению многочисленных поклонников первого фильма, вернулся к производству сиквела, что позволяет надеяться на такое же высокое качество. Этот специалист известен не только первой частью триллера «Оно», но и кинофильмом «Мама», который вышел в 2013 году и имел большой успех. Сценарий второго фильма написал Гарри Доберман, который участвовал и в съемочном процессе первой части. Он специализируется на ужасах и триллерах. Самыми известными работами являются «Проклятие Аннабель» и «Внутри». Первый триллер фильма «Оно 2» набрал 15 миллионов просмотров в первые 15 минут после выхода. Поклонники восприняли его крайне положительно и сразу же стали анализировать происходящее на экране, пытаясь понять, какой именно сюжет ожидает их впереди. Актерский состав. Зрители высоко оценили актерскую игру детей первой части и немало расстроились, когда стало известно, что в продолжении акцент будет сделан на взрослых людях, которые, естественно, сыграют другие актеры. Однако позже Андреас Мускетти обрадовал всех тем, что полюбившиеся дети обязательно примут участие в съемках, потому что тема встречи прошлого с настоящим будет основой в фильме. Так что к своим ролям вернутся Джейден Либерет, София Лилис, Джереми Рэй Тейлор, Чоузен Джейкобс,
Финн Вулфард, Клайя Олив и Джек Дилан Грейзер. Взрослых неудачников сыграли Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Айзая Мустафа, Билл Хейдер, Энди Бин и Джейсон Рэнсон. Разумеется, актер Билл Скаргард вернулся к роли демонического клоуна Пеннивайза. Он даже появится в кадре без грима. Также к актерскому составу присоединились Ксавье Долан, Джейк Вири и Джесс Вейкслер. В рамках Comic-Con Сан-Диего студия Warner Bros. Представила полноценный трейлер сиквела «Оно» от Андреса Мускетти. Сиквел развернется спустя 27 лет, когда Пеннивайз возвращается в городок Дерри. Клуб неудачников вынужден объединиться вновь, чтобы раз и навсегда покончить со злом. В четверг актеры, готовившиеся фильма ужасов Warner Bros. Собрались в рамках панели и предоставили фанатам первый взгляд на полноценный трейлер фильма. В настоящее время рекорд составляет 132,4 миллиона долларов, которые заработали Дэдпул в 2016 году. Первая часть «Оно» в 2017 составила 123,4 миллиона. Обещание, что это конец истории и что, возможно, наиболее интригующий актерский состав, который полон популярными звездами, такими как Джессика Честейн, Джеймс МакАвой и Билл Хейдер, делает фильм обязательным к просмотру. Оригинал стал самым кассовым фильмом ужасов с рейтингом А за всю историю. Лента собрала в итоге 327,48 миллионов долларов в домашнем регионе, а мировая касса составила 700 миллионов долларов. За несколько месяцев до премьеры «Оно 2» Warner Bros. Pictures начинают выкладывать фото, связанные с Сан-Диего Комикс-Кон. Теперь клуб неудачников выходит на первый план вместе с клоуном Пеннивайзом в совершенно новых образах из предстоящей адаптации Стивена Кинга. Entertainment Weekly представили обложки для своего специального выпуска журнала по случаю Комикс-Кон, демонстрируя главных актеров хоррора Джессику Честейн, Билла Хадера, Джеймса МакЭвоя и других. Новый фильм посвящает вторую половину эпического романа ужасов Кинга, причем первый фильм стал массовым успехом в прокате, но режиссер Андрес Мускетти не чувствует со стороны фанатов. «В целом я чувствую себя более комфортно. У меня больше возможностей. Во время первого фильма я изо всех сил пытался получить технократ, массивный телескопический кран для камеры, в определенные дни. Но теперь технократ всегда рядом. Я думаю, что все, что люди принимают с первого взгляда, юмор, эмоции и ужас, все будет там». Продолжение делает некоторые отклонения от романа, но сценарист Гарри Доберман ранее объяснил, что адаптация представляет собой проблему сохранения верности истории и путает зрителей. В романе «Оно» Стивена Кинга злая сущность скрывается в маленьком городке Дерри, штат Мэн, на протяжении поколений. Появляется каждые 27 лет, чтобы терроризировать сообщество и питаться страхом перед его молодыми жителями. В адаптации книги 2017 года зрители увидели группу друзей, получившую название «Клуб неудачников», объединившихся, чтобы раз и навсегда противостоять этому злу. К сожалению, сиквел покажет, что их план оказался не таким эффективным, как они надеялись, и существо снова нацелилось на город. Билл Скаргард, который играет танцующего клоуна Пеннивайза, намекает в интервью Entertainment Weekly, что злодей стал еще опаснее с тех пор, как мы его видели в последний раз. Он страшнее и злее. В фильме есть пара очень жестоких моментов. Скарсгард ранее уточнил, что именно конфронтация Пеннивайза с клубом неудачников привела к тому, что сущность стала более ужасающей. Премьера второй части состоится 5 сентября 2019 года. Продолжение будет сосредоточено на взрослой жизни клуба неудачников, когда они воссоединятся, чтобы прогнать Пеннивайза раз и навсегда.
После клятвы на крови в детстве они обещали вернуться спустя 27 лет, чтобы завершить начатое. Триллер раскрыл новые подробности о том, как Пеннивайз появился. В начале триллер-тизера взрослая Беверли Марш возвращается в свой старый дом в Дерри. Ее встречает вроде бы дружелюбная пожилая женщина миссис Кэш, чье имя может напоминать о себе поклонникам мини-сериала 90-го года. Беверли ходит по дому и даже находит старое стихотворение, которое Бен написал для нее. При подаче чая поведение миссис Кэш становится все более странным. Никто, кто умирает здесь, никогда не умирает по-настоящему. Именно тогда Беверли бросает взгляд на семейные фотографии миссис Кэш на стене, где она видит человека, очень похожего на клоуна Пеннивайза. Миссис Кэш заявляет, что ее отец переехал в Дерри и присоединился к цирку. На фотографии предположительно молодая миссис Кэш рядом с отцом. Эта фотография раскрывает новые подробности о происхождении Пеннивайза. Короче говоря, нет. Фотография вместе с миссис Кэш и всем домом – это просто иллюзия, чтобы обмануть Беверли. После смерти отца она уехала из Дерри к тете в Портленд. В ее старом доме не жили десятилетиями. Пеннивайз использует миссис Кэш как маскировку, чтобы добраться до Беверли в том месте, которое, несомненно, все еще преследует ее. С учетом сказанного, вторая глава, скорее всего, углубится в историю происхождения Пеннивайза. В оригинальном романе Пеннивайз был древним инопланетянином, который мог принимать любую форму. Эта сущность существовала веками, неся ущерб живым. Ходили слухи, что была сцена из первого фильма, которая дала представление о прошлом Пеннивайза, но в конечном итоге была вырезана. Фотография в тизере может быть спутать с точки зрения ее происхождения, но она также заставляет зрителей верить, что ответы выйдут. Похоже, что сиквел «Оно» будет включать много страшных моментов, когда он выйдет этой осенью. Компания Exhibitor Relations подтвердила в социальной сети Twitter, что грядущему продолжению от Warner Bros. Будет официально присвоен рейтинг R, или 18+. Оно 2 получит рейтинг R за тревожное насильственное содержание и кровавые образы повсюду, грубые выражения и некоторый сексуальный материал. И продолжает делать клоунов самыми страшными существами в современном мире, превосходя вампиров, зомби и подражателей Дональда Трампа. Похоже, нам стоит ожидать ленту, которая не будет уступать первой части по жирному содержанию. Ранее стало известно, что в фильме будет самая кровавая сцена в истории кино. Вам не обязательно нужны ведра крови, чтобы сделать по-настоящему великий фильм ужасов, как показали классика всех времен, такая как «Психо», «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари». Но Андрес Мускетти так не считает. Команда, которая стояла за долгожданным сиквелом «Оно», недавно вышла на сцену в рамках мероприятия «Scary Diego» в Сан-Диего, где были представлены три полноценных сцены из фильма. Наряду с раскрытием новых кадров режиссеры и звезда Джессика Честейн также с гордостью объявили, что одна конкретная сцена в сиквеле – самая кровавая из когда-либо сделанных. Мускетти сказал, что для сцены было использовано более 4500 галлонов искусственной крови, что, по словам режиссера, является мировым рекордом. Как фанатка жанра, именно сама Честейн подтолкнула режиссера к увеличению уровня накала страстей в сцене. «Я сказала, нет, если мы собираемся сделать это, давайте сделаем это. Я люблю хорроры, я люблю Кэрри, и я сказала, давайте сделаем Кэрри на стероидах. И это то, что мы сделали, и меня буквально пытали, потому что я не понимала, что так будет весь фильм». Первоисточника, где дети уже повзрослели. Известно, что фильм покажет, как сложились судьбы главных героев первой части, кем они стали в своей взрослой жизни. Также зрители могут смело надеяться на флешбеки с участием Пеннивайза. Создатели пообещали раскрыть его происхождение и показать, как он пришел к устрашающему образу танцующего клоуна. Повзрослевшая Беверли Марш возвращается в Дерри, где 20 лет назад она вместе со своими друзьями сумела одолеть маньяка Пеннивайза. На стене
Когда хозяйка понимает, что гостья раскусила ее сущность, она неожиданно нападает на Беверли. Выбравшись из дома, она связывается с участниками клуба неудачников и говорит о том, что оно вернулось и жаждет мести. Совсем скоро им придется вступить с ним в новую схватку. Смогут ли они выстоять на этот раз? Первоисточника, где дети уже повзрослели. Известно, что фильм покажет, как сложились судьбы главных героев первой части, кем они стали в своей взрослой жизни. Также зрители могут смело надеяться на флешбеки с участием Пеннивайза. Создатели пообещали раскрыть его происхождение и показать, как он пришел к устрашающему образу танцующего клоуна. Повзрослевшая Беверли Марш возвращается в Дерри, где 20 лет назад она вместе со своими друзьями сумела одолеть маньяка Пеннивайза. В приступе ностальгии женщина стучится в двери своего собственного дома и знакомится с его новой обитательницей, очаровательной старушкой. Она охотно впускает гостью, ставит чай и достает печенье. Сначала Беверли думает, что этой старушке просто одиноко, но затем замечает странности внутри дома, в частности, жуткие фотографии на стене. Когда хозяйка понимает, что гостья раскусила ее сущность, она неожиданно нападает на Беверли. Выбравшись из дома, она связывается с участниками клуба неудачников и говорит о том, что оно вернулось и жаждет мести. Совсем скоро им придется вступить с ним в новую схватку. Смогут ли они выстоять на этот раз? Фильм обещает быть очень зрелищным, поэтому однозначно стоит отправиться на премьеру в кино. Режиссер Андреас Мускетти, к облегчению многочисленных поклонников первого фильма, вернулся к производству сиквела, что позволяет надеяться на такое же высокое качество. Этот специалист известен не только первой частью триллера «Оно», но и кинофильмом «Мама», который вышел в 2013 году и имел большой успех. Сценарий второго фильма написал Гарри Доберман, который участвовал и в съемочном процессе первой части. Он специализируется на ужасах и триллерах. Самыми известными работами являются «Проклятие Аннабель» и «Внутри». Первый триллер фильма «Оно 2» набрал 15 миллионов просмотров в первые 15 минут после выхода. Поклонники восприняли его крайне положительно и сразу же стали анализировать происходящее на экране, пытаясь понять, какой именно сюжет ожидает их впереди. Актерский состав. Зрители высоко оценили актерскую игру детей первой части и немало расстроились, когда стало известно, что в продолжении акцент будет сделан на взрослых людях, которые, естественно, сыграют другие актеры. Однако позже Андреас Мускетти обрадовал всех тем, что полюбившиеся дети обязательно примут участие в съемках, потому что тема встречи прошлого с настоящим будет основой в фильме. Так что к своим ролям вернутся Джейден Либерет, София Лилис, Джереми Рэй Тейлор, Чоузен Джейкобс, Финн Вулфард, Вайя Олив и Джек Дилан Грейзер. Взрослых неудачников сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Айзая Мустафа, Билл Хейдер, Энди Бин и Джейсон Ренсон. Разумеется, актер Билл Скаргард вернулся к роли демонического клоуна Пеннивайза. Он даже появится в кадре без грима. Также к актерскому составу присоединились Ксавье Долан, Джейк Вири и Джесс Вейкслер. В рамках Comic-Con Сан-Диего студия Warner Brothers представила полноценный трейлер сиквела «Оно» от Андреаса Мускетти. Сиквел развернется спустя 27 лет, когда Пеннивайз возвращается в городок Дерри. Клуб неудачников вынужден объединиться вновь, чтобы раз и навсегда покончить со злом. В четверг актеры, готовившиеся фильма ужасов Warner Brothers, собрались в рамках панели и предоставили фанатам первый взгляд на полноценный трейлер фильма. Брэндон Дэвис,
из comicbook.com присутствовал на демонстрации и намекнул, что это действительно стоит ожиданий. Только что увидел новый трейлер «Оно 2» на CDC. Выглядит крайне эпично. Фильм изобретательно пугает. Дети выросли, выглядят потрясающе и довольно страшно. Да, вечером в сети. При всей суматохе кинематографической вселенной Marvel и Мстителей «Финал» многие люди могут забыть, что в этом году заканчивается еще одна сага. Вторая часть «Оно» прибудет в кинотеатры в сентябре и завершит историю, начатую в 2017 году. Первая экранизация классического романа Стивена Кинга. Оригинал установил кассовые рекорды для Warner Bros. И сиквел, вероятно, сделает то же самое. В преддверии грядущей презентации в рамках Comic Con Сан-Диего в эти выходные студия представила новый постер, тизерщий конец истории. Вторая часть «Оно» выйдет только через полтора месяца, однако первые прогнозы кассовых сборов указывают на рекордный запуск. Команда Box Office Magazine предполагает, что фильм может принести более 150 миллионов долларов в первые выходные только на территории США, что станет самым высоким показателем для фильма с рейтингом R. В настоящее время рекорд составляет 132,4 миллиона долларов, которые заработали Дэдпул в 2016 году. Первая часть «Оно» в 2017 составила 123,4 миллиона. Обещание, что это конец истории и что, возможно, наиболее интригующий актерский состав, который полон популярными звездами, такими как Джессика Честейн, Джеймс Макэвой и Билл Хейдер, делает фильм обязательным к просмотру. Оригинал стал самым кассовым фильмом ужасов с рейтингом А за всю историю. Лента собрала в итоге 327,48 миллионов долларов в домашнем регионе, а мировая касса составила 700 миллионов долларов. За несколько месяцев до премьеры «Оно 2» Warner Bros. Pictures начинают выкладывать фото, связанные с Сан-Диего Комикс-Кон. Теперь клуб неудачников выходит на первый план вместе с клоуном Пеннивайзом в совершенно новых образах из предстоящей адаптации Стивена Кинга. Entertainment Weekly представили обложки для своего специального выпуска журнала по случаю Comic-Con, демонстрируя главных актеров хоррора Джессику Честейн, Билла Хадера, Джеймса Макэвоя и других. Новый фильм посвящает вторую половину эпического романа ужасов Кинга, причем первый фильм стал массовым успехом в прокате, но режиссер Андрес Мускетти не чувствует со стороны фанатов. В целом я чувствую себя более комфортно, у меня больше возможностей. Во время первого фильма я изо всех сил пытался получить технократ, массивный телескопический кран для камеры в определенные дни, но теперь технократ всегда рядом. Я думаю, что все, что люди принимают с первого взгляда, юмор, эмоции и ужас, все будет там. Продолжение делает некоторые отклонения от романа. Но сценарист Гарри Доберман ранее объяснил, что адаптация представляет собой проблему в сохранении верности истории и путает зрителей. В романе «Оно» Стивена Кинга злая сущность скрывается в маленьком городке Дерри, штат Мэн, на протяжении поколений. Появляется каждые 27 лет, чтобы терроризировать сообщество и питаться страхом перед его молодыми жителями. В адаптации книги 2017 года зрители увидели группу друзей, получившую название «Клуб неудачников», объединившихся, чтобы раз и навсегда противостоять этому злу. К сожалению, сиквел покажет, что их план оказался не таким эффективным, как они надеялись, и существо снова нацелилось на город. Билл Скаргард, который играет танцующего клоуна Пеннивайза, намекает в интервью Entertainment Weekly, что злодей стал еще опаснее с тех пор, как мы его видели в последний раз. Он страшнее и злее. В фильме есть пара очень жестоких моментов. Скарсгард ранее уточнил, что именно конфронтация Пеннивайза с клубом неудачников привела к тому, что сущность стала более ужасающей. Премьера второй части состоится 5 сентября 2019 года. Продолжение будет сосредоточено на взрослой жизни клуба неудачников, когда они воссоединятся, чтобы прогнать Пеннивайза раз и навсегда. После клятвы на крови в детстве они обещали вернуться спустя 27 лет, чтобы завершить начатое. Триллер раскрыл новые подробности о том, как Пеннивайз появился.
В начале трейлера тизера взрослая Беверли Марш возвращается в свой старый дом в Дерри. Ее встречает вроде бы дружелюбная пожилая женщина миссис Кэш, чье имя может напоминать о себе поклонникам мини-сериала 90-го года. Беверли ходит по дому и даже находит старое стихотворение, которое Бен написал для нее. При подаче чая поведение миссис Кэш становится все более странным. Никто, кто умирает здесь, никогда не умирает по-настоящему. Именно тогда Беверли бросает взгляд на семейные фотографии миссис Кэш на стене, где она видит человека, очень похожего на клоуна Пеннивайза. Миссис Кэш заявляет, что ее отец переехал в Дерри и присоединился к цирку. На фотографии предположительно молодая миссис Кэш рядом с отцом. Эта фотография раскрывает новые подробности о происхождении Пеннивайза. Короче говоря, нет. Фотография вместе с миссис Кэш и всем домом – это просто иллюзия, чтобы обмануть Беверли. После смерти отца она уехала из Дерри к тете в Портленд. В ее старом доме не жили десятилетиями. Пеннивайз использует миссис Кэш как маскировку, чтобы добраться до Беверли в том месте, которое, несомненно, все еще преследует ее. С учетом сказанного, вторая глава, скорее всего, углубится в историю происхождения Пеннивайза. В оригинальном романе Пеннивайз был древним инопланетянином, который мог принимать любую форму. Эта сущность существовала веками, неся ущерб живым. Ходили слухи, что была сцена из первого фильма, которая дала представление о прошлом Пеннивайза, но в конечном итоге была вырезана. Фотография в тизере может быть спутать с точки зрения ее происхождения, но она также заставляет зрителей верить, что ответы выйдут. Похоже, что сиквел «Оно» будет включать много страшных моментов, когда он выйдет этой осенью. Компания Exhibitor Relations подтвердила в социальной сети Twitter, что грядущему продолжению от Warner Bros. Будет официально присвоен рейтинг R, или 18+. Оно 2 получит рейтинг R за тревожное насильственное содержание и кровавые образы повсюду, грубые выражения и некоторый сексуальный материал. И продолжает делать клоунов самыми страшными существами в современном мире, превосходя вампиров, зомби и подражателей Дональда Трампа. Похоже, нам стоит ожидать ленту, которая не будет уступать первой части по жестокому содержанию. Ранее стало известно, что в фильме будет самая кровавая сцена в истории кино. Вам не обязательно нужны ведра крови, чтобы сделать по-настоящему великий фильм ужасов, как показали классика всех времен, такая как «Психо», «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари». Но Андрес Мускетти так не считает. Команда, которая стояла за долгожданным сиквелом «Оно», недавно вышла на сцену в рамках мероприятия «Scary Diego» в Сан-Диего, где были представлены три полноценных сцены из фильма. Наряду с раскрытием новых кадров режиссеры и звезда Джессика Честейн также с гордостью объявили, что одна конкретная сцена в сиквеле – самая кровавая из когда-либо сделанных. Мускетти сказал, что для сцены было использовано более 4500 галлонов искусственной крови, что, по словам режиссера, является мировым рекордом. Как фанатка жанра, именно сама Честейн подтолкнула режиссера к увеличению уровня накала страстей в сцене. «Я сказала, нет, если мы собираемся сделать это, давайте сделаем это. Я люблю хорроры, я люблю Кэрри, и я сказала, давайте сделаем Кэрри на стероидах. И это то, что мы сделали, и меня буквально пытали, потому что я не понимала, что так будет весь фильм». Первоисточника, где дети уже повзрослели. Известно, что фильм покажет, как сложились судьбы главных героев первой части, кем они стали в своей взрослой жизни. Также зрители могут смело надеяться на флешбеки с участием Пеннивайза. Создатели пообещали раскрыть его происхождение и показать, как он пришел к устрашающему образу. Первоисточника, где дети уже повзрослели. Известно, что фильм покажет, как сложились судьбы главных героев первой части,
кем они стали в своей взрослой жизни. Также зрители могут смело надеяться на флешбеки с участием Пеннивайза. Создатели пообещали раскрыть его происхождение и показать, как он пришел к устрашающему образу танцующего клоуна. Повзрослевшая Беверли Марш возвращается в Дерри, где 20 лет назад она вместе со своими друзьями сумела одолеть маньяка Пеннивайза. В приступе ностальгии женщина стучится в двери своего собственного дома и знакомится с его новой обитательницей, очаровательной старушкой. Она охотно впускает гостью, ставит чай и достает печенье. Сначала Беверли думает, что этой старушке просто одиноко, но затем замечает странности внутри дома, в частности, жуткие фотографии на стене. Когда хозяйка понимает, что гостья раскусила ее сущность, она неожиданно нападает на Беверли. Выбравшись из дома, она связывается с участниками клуба неудачников и говорит о том, что оно вернулось и жаждет мести. Совсем скоро им придется вступить с ним в новую схватку. Смогут ли они выстоять на этот раз? Фильм обещает быть очень зрелищным, поэтому однозначно стоит отправиться на премьеру в кино. Режиссер Андреас Мускетти, к облегчению многочисленных поклонников первого фильма, вернулся к производству сиквела, что позволяет надеяться на такое же высокое качество. Этот специалист известен не только первой частью триллера «Оно», но и кинофильмом «Мама», который вышел в 2013 году и имел большой успех. Сценарий второго фильма написал Гарри Доберман, который участвовал и в съемочном процессе первой части. Он специализируется на ужасах и триллерах. Самыми известными работами являются «Проклятие Аннабель» и «Внутри». Первый триллер фильма «Оно 2» набрал 15 миллионов просмотров в первые 15 минут после выхода. Поклонники восприняли его крайне положительно и сразу же стали анализировать происходящее на экране, пытаясь понять, какой именно сюжет ожидает их впереди. Актерский состав. Зрители высоко оценили актерскую игру детей первой части и немало расстроились, когда стало известно, что в продолжении акцент будет сделан на взрослых людях, которые, естественно, сыграют другие актеры. Однако позже Андреас Мускетти обрадовал всех тем, что полюбившиеся дети обязательно примут участие в съемках, потому что тема встречи прошлого с настоящим будет основой в фильме. Так что к своим ролям вернутся Джейден Либерер, София Лилис, Джереми Рэй Тейлор, Чоузен Джейкобс, Финн Вулфард, Вайер Олив и Джек Дилан Грейзер. Взрослых неудачников сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Айзая Мустафа, Билл Хейдер, Энди Бин и Джейсон Рэнсон. Разумеется, актер Билл Скаргард вернулся к роли демонического клоуна Пеннивайза. Он даже появится в кадре без грима. Также к актерскому составу присоединились Ксавье Долан, Джейк Вири и Джесс Вейкслер. В рамках Comic-Con Сан-Диего студия Warner Bros. Представила полноценный трейлер сиквела «Оно» от Андреаса Мускетти. Сиквел развернется спустя 27 лет, когда Пеннивайз возвращается в городок Дерри. Клуб неудачников вынужден объединиться вновь, чтобы раз и навсегда покончить со злом. В четверг актеры, готовившиеся фильма ужасов Warner Bros. Собрались в рамках панели и предоставили фанатам первый взгляд на полноценный трейлер фильма. Брэндон Дэвис из comicbook.com присутствовал на демонстрации и намекнул, что это действительно стоит ожиданий. Только что увидел новый трейлер «Оно 2» на CTC. Выглядит крайне эпично. Фильм изобретательно пугает. Дети выросли. Выглядят потрясающе и довольно страшно. Да, вечером в сети. При всей суматохе кинематографической вселенной Marvel и Мстителей Финал, многие люди могут забыть, что в этом году заканчивается еще одна сага. Вторая часть «Оно»
прибудет в кинотеатры в сентябре и завершит историю, начатую в 2017 году, первой экранизации классического романа Стивена Кинга. Оригинал установил кассовые рекорды для Warner Bros. И сиквел, вероятно, сделает то же самое. В преддверии грядущей презентации в рамках Comic Con Сан-Диего в эти выходные студия представила новый постер, тизерщий конец истории. Вторая часть «Оно» выйдет только через полтора месяца, однако первые прогнозы кассовых сборов указывают на рекордный запуск. Команда Box Office Magazine предполагает, что фильм может принести более 150 миллионов долларов в первые выходные только на территории США, что станет самым высоким показателем для фильма с рейтингом R. В настоящее время рекорд составляет 132,4 миллиона долларов, которые заработали Дэдпул в 2016 году. Первая часть «Оно» в 2017 составила 123,4 миллиона. Обещание, что это конец истории и что, возможно, наиболее интригующий актерский состав, который полон популярными звездами, такими как Джессика Честейн, Джеймс Макэвой и Билл Хейдер, делает фильм обязательным к просмотру. Оригинал стал самым кассовым фильмом ужасов с рейтингом А за всю историю. Лента собрала в итоге 327,48 миллионов долларов в домашнем регионе, а мировая касса составила 700 миллионов долларов. За несколько месяцев до премьеры «Оно 2» Warner Brothers Pictures начинают выкладывать фото, связанные с Сан-Диего Comic Con. Теперь клуб неудачников выходит на первый план вместе с клоуном Пеннивайзом в совершенно новых образах из предстоящей адаптации Стивена Кинга. Entertainment Weekly представили обложки для своего специального выпуска журнала по случаю Comic Con, демонстрируя главных актеров хоррора Джессику Честейн, Билла Хадера, Джеймса Макэвоя и других. Новый фильм посвящает вторую половину эпического романа ужасов Кинга, причем первый фильм стал массовым успехом в прокате. Но режиссер Андрес Мускетти не чувствует со стороны фанатов. «В целом я чувствую себя более комфортно. У меня больше возможностей. Во время первого фильма я изо всех сил пытался получить технократ, массивный телескопический кран для камеры. В определенные дни. Но теперь технократ всегда рядом. Я думаю, что все, что люди принимают с первого взгляда, юмор, эмоции и ужас, все будет там». Продолжение делает некоторые отклонения от романа. Но сценарист Гарри Доберман ранее объяснил, что адаптация представляет собой проблему в сохранении верности истории и путает зрителей. В романе «Оно» Стивена Кинга злая сущность скрывается в маленьком городке Дерри, штат Мэн, на протяжении поколений. Появляется каждые 27 лет, чтобы терроризировать сообщество и питаться страхом перед его молодыми жителями. В адаптации книги 2017 года зрители увидели группу друзей, получившую название «Клуб неудачников», объединившихся, чтобы раз и навсегда противостоять этому злу. К сожалению, сиквел покажет, что их план оказался не таким эффективным, как они надеялись, и существо снова нацелилось на город. Билл Скаргард, который играет танцующего клоуна Пеннивайза, намекает в интервью Entertainment Weekly, что злодей стал еще опаснее с тех пор, как мы его видели в последний раз. Он страшнее и злее. В фильме есть пара очень жестоких моментов. Скарсгард ранее уточнил, что именно конфронтация Пеннивайза с клубом неудачников привела к тому, что сущность стала более ужасающей. Премьера второй части состоится 5 сентября 2019 года. Продолжение будет сосредоточено на взрослой жизни клуба неудачников, когда они воссоединятся, чтобы прогнать Пеннивайза раз и навсегда. После клятвы на крови в детстве они обещали вернуться спустя 27 лет, чтобы завершить начатое. Триллер раскрыл новые подробности о том, как Пеннивайз появился. В начале трейлер-тизера взрослая Беверли Марш возвращается в свой старый дом в Дерри. Ее встречает вроде бы дружелюбная пожилая женщина миссис Кэш, чье имя может напоминать о себе поклонникам мини-сериала 90-го года. Беверли ходит по дому и даже находит старое стихотворение, которое Бен написал для нее. При подаче чая поведение миссис Кэш становится все более странной. Никто.
кто умирает здесь, никогда не умирает по-настоящему. Именно тогда Беверли бросает взгляд на семейные фотографии миссис Кэш на стене, где она видит человека, очень похожего на клоуна Пеннивайза. Миссис Кэш заявляет, что ее отец переехал в Дерри и присоединился к цирку. На фотографии предположительно молодая миссис Кэш рядом с отцом. Эта фотография раскрывает новые подробности о происхождении Пеннивайза. Короче говоря, нет. Фотография вместе с миссис Кэш и всем домом – это просто иллюзия, чтобы обмануть Беверли. После смерти отца она уехала из Дерри к тете в Портленд. В ее старом доме не жили десятилетиями. Пеннивайз использует миссис Кэш как маскировку, чтобы добраться до Беверли в том месте, которое, несомненно, все еще преследует ее. С учетом сказанного, вторая глава, скорее всего, углубится в историю происхождения Пеннивайза. В оригинальном романе Пеннивайз был древним инопланетянином, который мог принимать любую форму. Эта сущность существовала веками, неся ущерб живым. Ходили слухи, что была сцена из первого фильма, которая дала представление о прошлом Пеннивайза, но в конечном итоге была вырезана. Фотография в тизере может быть спутать с точки зрения ее происхождения, но она также заставляет зрителей верить, что ответы выйдут. Похоже, что сиквел «Оно» будет включать много страшных моментов, когда он выйдет этой осенью. Компания Exhibitor Relations подтвердила в социальной сети Twitter, что грядущему продолжению от Warner Bros. Будет официально присвоен рейтинг R, или 18+. Оно 2 получит рейтинг R за тревожное насильственное содержание и кровавые образы повсюду, грубые выражения и некоторый сексуальный материал. И продолжает делать клоунов самыми страшными существами в современном мире, превосходя вампиров, зомби и подражителей Дональда Трампа. Похоже, нам стоит ожидать ленту, которая не будет уступать первой части по жирному содержанию. Ранее стало известно, что в фильме будет самая кровавая сцена в истории кино. Вам не обязательно нужны ведра крови, чтобы сделать по-настоящему великий фильм ужасов, как показали классика всех времен, такая как «Психо», «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари». Но Андрес Мускетти так не считает. Команда, которая стояла за долгожданным сиквелом «Оно», недавно вышла на сцену в рамках мероприятия «Scary Diego» в Сан-Диего, где были представлены три полноценных сцены из фильма. Наряду с раскрытием новых кадров, режиссеры и звезда Джессика Честейн также с гордостью объявили, что одна конкретная сцена в сиквеле – самая кровавая из когда-либо сделанных. Мускетти сказал, что для сцены было использовано более 4500 галлонов искусственной крови, что, по словам режиссера, является мировым рекордом. Как фанатка жанра, именно сама Честейн подтолкнула режиссера к увеличению уровня накала страстей в сцене. «Я сказала, нет, если мы собираемся сделать это, давайте сделаем это. Я люблю хорроры, я люблю Кэрри, и я сказала, давайте сделаем Кэрри на стероидах. И это то, что мы сделали, и меня буквально пытали, потому что я не понимала, что так будет весь фильм». Первоисточника, где дети уже повзрослели. Известно, что фильм покажет, как сложились судьбы главных героев первой части, кем они стали в своей взрослой жизни. Также зрители могут смело надеяться на флешбеки с участием Пеннивайза. Создатели пообещали раскрыть его происхождение и показать, как он пришел к устрашающему образу танцующего клоуна. Повзрослевшая Беверли Марш возвращается в Дерри, где 20 лет назад она вместе со своими друзьями сумела одолеть маньяка Пеннивайза. Ее встречает вроде бы дружелюбная пожилая женщина миссис Кэш, чье имя может напоминать о себе поклонникам мини-сериала 90-го года. Беверли ходит по дому и даже находит старое стихотворение, которое Бен написал для нее. При подаче чая поведение миссис Кэш становится все более странным. Никто, кто умирает здесь, никогда не умирает по-настоящему. Именно тогда Беверли бросает взгляд на семейные фотографии миссис Кэш на стене, где она видит человека, очень похожего на клоуна Пеннивайза.
миссис Кэр заявляет, что ее отец переехал в Дерри и присоединился к цирку. На фотографии предположительно молодая миссис Кэр рядом с отцом. Эта фотография раскрывает новые подробности о происхождении Пеннивайза. Короче говоря, нет. Фотография вместе с миссис Кэш и всем домом – это просто иллюзия, чтобы обмануть Беверли. После смерти отца она уехала из Дерри к тете в Портленд. В ее старом доме не жили десятилетиями. Пеннивайз использует миссис Кэш как маскировку, чтобы добраться до Беверли в том месте, которое, несомненно, все еще преследует ее. С учетом сказанного, вторая глава, скорее всего, углубится в историю происхождения Пеннивайза. В оригинальном романе Пеннивайз был древним инопланетянином, который мог принимать любую форму. Эта сущность существовала веками, неся ущерб живым. Ходили слухи, что была сцена из первого фильма, которая дала представление о прошлом Пеннивайза, но в конечном итоге была вырезана. Фотография в тизере может быть спутать с точки зрения ее происхождения, но она также заставляет зрителей верить, что ответы выйдут. Похоже, что сиквел «Оно» будет включать много страшных моментов, когда он выйдет этой осенью. Компания Exhibitor Relations подтвердила в социальной сети Twitter, что грядущему продолжению от Warner Bros. Будет официально присвоен рейтинг R, или 18+. Оно 2 получит рейтинг R за тревожное насильственное содержание и кровавые образы повсюду, грубые выражения и некоторый сексуальный материал. И продолжает делать клоунов самыми страшными существами в современном мире, превосходя вампиров, зомби и подражателей Дональда Трампа. Похоже, нам стоит ожидать ленту, которая не будет уступать первой части по жестокому содержанию. Ранее стало известно, что в фильме будет самая кровавая сцена в истории кино. Вам не обязательно нужны ведра крови, чтобы сделать по-настоящему великий фильм ужасов, как показали классика всех времен, такая как «Психо», «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари». Но Андрес Мускетти так не считает. Команда, которая стояла за долгожданным сиквелом «Оно», недавно вышла на сцену в рамках мероприятия «Scary Diego» в Сан-Диего, где были представлены три полноценных сцены из фильма. Наряду с раскрытием новых кадров режиссеры и звезда Джессика Честейн также с гордостью объявили, что одна конкретная сцена в сиквеле – самая кровавая из когда-либо сделанных. Мускетти сказал, что для сцены было использовано более 4500 галлонов искусственной крови, что, по словам режиссера, является мировым рекордом. Как фанатка жанра, именно сама Честейн подтолкнула режиссера к увеличению уровня накала страстей в сцене. «Я сказала, нет, если мы собираемся сделать это, давайте сделаем это. Я люблю хорроры, я люблю Кэрри, и я сказала, давайте сделаем Кэрри на стероидах». И это то, что мы сделали, и меня буквально пытали, потому что я не понимала, что так будет весь фильм. События фильма происходят спустя 27 лет после первой части. Warner Bros. Опубликовал финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2». События происходят спустя 27 лет после первой части. Повзрослевшие члены клуба неудачников снова сталкиваются с жутким клоуном Пеннивайзом. Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Айзая Мустафа и другие. Роль клоуна-убийцы снова сыграл шведский актер Билл Скарсгард. Создатель фильма «Оно» и его продолжение Андрес Мускетти отказался обсуждать свое возможное участие в экранизации комиксов DC «Флэш». Слова режиссера приводит на своей официальной странице в Твиттер главный редактор портала «Фанданго» Эрик Дэвис. «Я пока не могу это обсуждать. Я хотел бы отдохнуть несколько месяцев после выхода в прокат «Оно 2», а потом уже определиться с дальнейшими планами», — сказал постановщик. Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. Планировала также привлечь к созданию картины сценаристку Кристин Хадсон, ранее участвующую в работе над фильмом «Бамблби».
Портал «Новости кино» представляет новый дублированный трейлер фильма «Оно 2», который станет продолжением нашумевшего блокбастера, снятого по мотивам произведения Стивена Кинга. События картины происходят спустя почти 30 лет после завершения первой серии. Главные герои выросли, но прошлое не отпускает их, и, как выясняется, зло в образе жуткого клоуна Пеннивайза жаждет мести. В картине снимались многие известные голливудские актеры, в том числе Джеймс МакЭвой, Хавьер Ботет, Джессика Честейн, Билл Скаргардс, Билл Хаддер, София Лилис, Джек Грейзер, Финн Вульфхард, Джейден Либерер, Джей Райан и другие. Ожидается, что фильму «Оно 2» удастся установить новый стартовый рекорд среди кинопроектов с рейтингом R. Он может стартовать в Северной Америке с результатом 136 и более миллионов долларов. Релиз картины запланировал на 5 сентября 2019 года. Напомним, что первая серия заработала в мировом прокате более 700 миллионов долларов при производственном бюджете всего в 35 миллионов долларов. На YouTube-канале Warner Brothers Pictures опубликован финальный дублированный трейлер фильма ужасов «Оно 2». Фильм является продолжением экранизации одноименной книги Стивена Кинга. После того, как клуб неудачников одолел клоуна Пеннивайза в первой части, пути ребят разошлись. Они повзрослели и многие выехали из города. Каждый из них живет своей жизнью со своими радостями и неудачами. Но ситуация меняется через 27 лет после победы ребят над Пеннивайзом. Вокруг снова творится что-то странное и снова бесследно исчезают дети. Похоже, как и каждые 27 лет, зло снова вернулось терроризировать город Дерри. И теперь оно вовлекает в свою игру новых участников. Майк, единственный из клуба неудачников, остался жить в родном городе. И он решается звать домой остальных друзей. Они до сих пор шокированы пережитым в детстве. И каждый из них должен заставить себя победить свои самые сильные страхи, чтобы навсегда уничтожить зловещего клоуна. Но теперь он стал еще более опасным и смертоносным. Режиссер фильма «Оно 2» стал Андреас Мускетти, а сценарий написал Гарри Доберман. Роли повзрослевших героев исполняют следующие актеры: Билл Денбр, Джеймс МакЭвой, Беверли Марш, Джессика Честейн, Бен Хэмском, Джейн Райан, Ричи Тозиер, Билл Хейдер, Майк Хенлон, Айзая Мустафа и так далее. Пеннивайза продолжит играть Билл Скарсгард. От событий, показанных в предыдущей части, прошло почти 30 лет. Дети, которые все эти годы пытались забыть об ужасах своего детства, уже выросли. Каждый из них живет своей жизнью, но один телефонный звонок изменит их жизнь, вернув кошмар многолетней давности. Триллер «Оно 2» является продолжением одноименного фильма 2017 года, снятого по мотивам романа Стивена Кинга. Для работы над сиквелом в режиссерское кресло снова сел Андреас Мускетти, один из авторов сценария первой части. Гарри Доберман разработал сюжетную линию новой ленты. По словам творческой группы, в фильме будет много флешбеков в 1989 году. Чтобы сыграть детей из первой части, которые повзрослели к фильму, присоединились звезды первой величины: Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Хавьер Ботет, Финн Вулфард. Билл Скарсгард, сыгравший клоуна Пеннивайза, снова вернется к своей роли. К съемкам приступили 20 июня 2018 года, а премьера ленты должна состояться в сентябре 2019. В сети появился второй трейлер фильма «Оно», часть вторая, долгожданного продолжения хитового хоррора 2017 года, ставшего самой красивой экранизацией произведения Стивена Кинга. Действие второй части развернется спустя 27 лет после первой встречи главных героев с демоном-клоуном Пеннивайзом. Теперь члены клуба неудачников выросли, и пути каждого из них разошлись в разные стороны. Но неожиданно размеренную жизнь старых друзей нарушает таинственный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе, чтобы противостоять своим страхам из прошлого.
Самый кассовый хоррор по Стивену Кингу получил продолжение. С первой части по сюжету прошло 27 лет. Герои выросли и настало время возвращения жуткого Пеннивайза. «Оно» – экранизация романа Стивена Кинга, в центре сюжета группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает жуткий демон. Спустя 27 лет им придется воссоединиться и вернуться туда, где они выросли. Встречи с Пеннивайзом не избежать, но другого выхода у них нет. Прошлой адаптации Стивена Кинга в прокате был «Хоррор. Кладбище домашних животных», выпущенный в апреле этого года. Какой самый ожидаемый фильм ужасов 2019 года? Не вопрос. Первая часть «Оно» стала самой востребованной и удачной адаптацией Стивена Кинга за долгие годы, а сиквел в таких случаях обычно выступает еще сильнее. «Оно» – единственный хоррор в истории российского проката, собравший более миллиарда рублей. Сюжет. Пройдет 27 лет после событий, происшедших в фильме «Оно» 2017 года, когда главные герои встретились с жуткими Пеннивайзом. Сейчас они уже выросли и взрослые, и у каждого своя жизнь, но молчание Пеннивайза подошло к концу. Придется воссоединиться. Понятно, что звезды проекта обязаны его расхваливать, но от Джессики Честейн фильм удостоился особой похвалы. По ее словам, в сиквеле стоит ожидать самую безумную кровавую сцену в истории жанра. К апрелю 2019 года промо-компания фильма не перешла в активную фазу. Приходится довольствоваться инстаграмом режиссера. Так он и поделился первым постером. Трейлер должен выйти в ближайшее время. Потенциал у фильма сумасшедший. Для России первая часть – это самый кассовый хоррор истории, для мирового проката тоже гигант. При производственном бюджете в 35 миллионов хоррор выручил 700 миллионов. Это один из самых прибыльных кинопроектов последних лет.